Мой гость не только учит, но и показывает, как двигаться в Божьей славе 24 часа в сутки. Это приведет в действие любые обетования Божьи в вашей жизни. Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Если вы услышали в моем голосе радость, то это неспроста. Сегодняшний выпуск исторический. Почему? У нас здесь не только новое оборудование, но еще и старое, которое мы использовали в самой первой программе. Еще у нас есть зрительская аудитория. Знаете, у меня была одна мечта, что будет такое интерактивное телевидение, что на людей, сидящих дома или в зрительской аудитории, будут потоком изливаться чудеса, и это настоящее. Я не люблю искусственное христианство. Я люблю старомодное. Чудеса и знамения, являющие реальность Царства Божьего и данную мне Библией возможность представлять Царя здесь, на этой земле, да-да, нашего небесного Царя. Это так просто, что так сложно запутаться в этом. Мой гость, можете смеяться, это хорошо. Мой гость делает все в точности, чему учит Библия. Все, что там написано, Римлянам 11:11, от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Апостол Мальдонадо, вы возбуждаете во мне ревность. А почему он это делает? Для тех, кто не в курсе, однажды Господь явился и проговорил ему. Господь сказал научить Божий народ о сверхъестественных вещах, и более того, он явился ему в огне. Нынешнее поколение никогда не слышало об огне Божьем. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как Божий огонь снизошел на вас. Наверняка это была сила, и что она вам дала? Я только что вернулся из Испании. Перед выходом на сцену я услышал, как Дух Святой сказал мне, «Вы увидите три волны моего присутствия, которые появятся на служении». Еще он сказал, первая волна — это творящие чудеса, вторая волна — освобождение от бесов, а третья волна — это будет огонь. Под определением Божьей славы мы понимаем, что это Бог, Его присутствие или какой-то аспект Его присутствия. И в тот момент, когда ты чувствуешь огонь, ты видишь, как сотни людей чувствуют Его прикосновение, получают при этом освобождение, особенно молодежь. Ты видишь, как они сокрушаются, говоря, «Я раскаиваюсь в своем грехе, я буду искать Твоего лица». То есть мы сейчас говорим об Испании. Сколько там было молодежи? Около 800 человек. Слышали? 800. Вы, наверное, думаете, что это нереально для Америки. Тогда поедьте в Испанию. Вот такая она, Испания. Другими словами, я не верю, что это просто слова. Я верю, что они пережили встречу с Богом. Сид, я думаю, мы живем в такое время, когда наше поколение не видит нужды в присутствии Бога. Например, живя в Америке, в западных странах, мы имеем свободу выбора. Много альтернатив. И когда мы приходим к Богу, то ставим Его, к сожалению, на третье место по важности. Но когда ты приезжаешь в Африку, я был в Африке, молился там, и Господь мне сказал, «Мое присутствие исцелит рак». Там было множество больных раком людей. Одна женщина 3 часа добиралась до того места, где я проводил служение, и Бог мгновенно ее исцелил. Она сказала, «У меня не было другого выбора, а мы, американцы, имеем кучу отговорок». Она была в инвалидном кресле, понимаете? Знаете, мне нравится, какое Бог дал вам помазание.
Он дал вам помазание обучать сверхъестественному. Он видит, как многие люди, которых Он подготовил, молятся за других, и происходят удивительнейшие чудеса. Вот давайте посмотрим видеоролик, где не вы, а один из ваших учеников, а между прочим, вся его церковь делает то же, что и он. У кого-то из его учеников было врожденное искривление позвоночника. И что произошло? Поехали. Пастор Кристина пришла сюда получить исцеление желудка. Она упала на пол, почувствовала огонь в районе желудка. Наставник, который молился за нее, сказала, чтобы она соединила ноги вместе, потому что Бог хочет что-то сделать. Когда она поставила ноги вместе, ее левая нога стала удлиняться. Ее наставник не знала о том, что всю жизнь она страдала от сколиоза. Расскажите, что произошло. Я почувствовала, как нога вытягивается. Я приехала сюда из-за желудка, потому что в пятницу я весь день была в пункте скорой помощи из-за болей. А потом она помолилась за меня, и я почувствовала огонь. Затем она внезапно сказала: «Вытяни ноги, вытяни ноги». И когда я так сделала, то было вот так. Не было устойчивости, так как одно бедро было выше другого из-за сколиоза. Я чувствовала, что мое колено как бы вытягивается. Они стали на одном уровне. Я видела, как все само двигалось. Я просто обожаю, когда происходят чудеса. Вот что происходило, когда апостол Мальдонадо говорил «Слово и Божья слава, и Божье присутствие было таким мощным, что даже можно было пощупать руками». Давайте прямо сейчас посмотрим об одном человеке, который 25 лет был слеп на один глаз. Было слово знания, что он исцелится, и чье-то зрение приходит в порядок. Представляете, и через 25 лет это произошло, случилось чудо. Давайте же посмотрим, как это происходит у них там, в Испании. Какая у вас проблема? У меня заднее отслоение стекловидного тела. Стекловидное тело отслоилось от задней поверхности глаза, и я видела только плавающие помутнения. Когда вы нас вызвали, как только я подошла, вы еще не помолились за меня, а я уже стала видеть. Господи! Это сверхъестественно. Один новый человек, обращенные во Христа иудеи и язычники. Двое становятся одним новым человеком в Иешуа. Когда иудеи и христиане станут одним в Иисусе Мессии, мы переживем такое движение Бога, какого мир еще не видел. Исцеление, прозрение слепых, свободу от болезней, чудеса, посещение, воскрешение из мертвых, множество спасенных, последнее величайшее пробуждение перед приходом Мессии. Если мы хотим ощутить Божью славу здесь и сейчас на земле, то нам нужно разрушить преграду, разделяющую иудеев и язычников. Если вы хотите испытать яркое излияние Божьего Духа, Божьей любви и Божьей силы, заходите на сайт, адрес которого вы видите на экране, чтобы узнать больше о том, что такое один новый человек. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. Вы готовы расширить свои пределы? Вам надоело стоять на месте? Вам надоело постоянно проходить через одно и то же снова и снова? Вы готовы ко встрече с живым Богом? Мой гость, апостол Гильермо Мальдонадо, имеет сверхъестественное помазание, чтобы научить вас, как использовать буквально все, что написано в Библии. Возьмите, расскажите мне об одном пасторе в Мексике, которого вы наставляли. У него огромная церковь, в которой происходят всевозможнейшие чудеса. И там был один молодой человек, кстати, ваш ученик, которого похитили. Расскажите мне о нем. Этот пастор был архитектором. Он пришел ко мне, когда у него было 300 человек, а теперь, 7 лет спустя, у него более 11 тысяч человек.
Можете себе представить, 11 тысяч, но для меня теперь это в порядке вещей. Да, это в порядке вещей. А люди думают, у него столько людей, что там за концерт, что там за шоу. В нем действует сила Божия, происходят удивительные вещи. То есть никакого шоу, музыки, танцев, огромных декораций на заднем плане, да? Просто сила Божья. В церкви очень много знаменитостей. Я считаю, что шоу заменило силу. Мы хотим зрелищ. Мы не хотим силы Божьей, потому что она обнажает сердца людей. Этот пастор пришел ко мне, я наставлял и обучал его, а он затем обучал других наставников и лидеров. Один из его учеников был похищен. Похитители привели его в бар и сказали: «Мы тебя убьем. Ты заплатишь по счетам, а потом мы тебя убьем». Он стал молиться, как учил его пастор. Он пошел молиться в туалет. Он воздавал Господу хвалу, а потом сказал: «Спаси меня». Его просто трясло, и в тот же момент он очутился посреди улицы. То есть, представляете, он был в комнате, потом открыл глаза, и вдруг он стоит на улице. Это было мысленно, не на самом деле. Нет, это было на самом деле, в реальности. В реальности он был физически перемещен из комнаты на улицу. Стойте, стойте. Такое было только в Библии, в книге Деяний. А такое происходит сейчас? Да. Думаю, это только начало. Это подтвержденный факт. Есть доказательства. И вот он очутился на улице. Он прибежал домой и стал славить Бога. Я бы тоже так радовался. Ведь его чуть не убили. Он идет в туалет, молится и оказывается посреди улицы. А что подумали, кстати, похитители? Они как-то отреагировали на это? Может быть, они вернулись снова? Он ведь исчезает, то есть переносится в духе домой. Представьте, что с ним произошло. После этого он начал молиться за людей, и стали происходить чудеса, воскрешение из мертвых, исцеление слепых. То чудо, что с ним произошло, повлияло на него, когда он увидел себя посреди улицы после молитвы. Я знаю, Господь спас ему жизнь. Он ведь спустя несколько дней молился за своего родственника. Было много всяких чудес. Он молился за родственника, который был в инвалидном кресле. Очень много чудес было явлено через этого парня. Раскройте нам пару секретов, как двигаться в Божьей славе. Давайте начнем с того, что такое Божья слава. Божья слава — это ощутимое присутствие Божие. Если вы представляете себе на мгновение, как это в реальности, то сущность Божьей славы — это присутствие Бога в нашем материальном мире. Приведите пример из Ветхого Завета. В Ветхом Завете есть слово «кавод», и оно имеет 25 значений. То есть оно очень многогранное. И одно из его значений — это слово «процветание», «богатство». Когда мы говорим о ководе, мы имеем в виду богатство. Хотя в Писании есть еще слово «шехина». Это значит «ковод» или сущность Бога и его могущество. То есть это слава, сила, величие и власть его сущности. Получается, что шехина — это очевидное присутствие, когда Бог является из невидимого мира в реальном воплощении. Вот таким образом можно дать определение славы Божьей. И Бог решает, куда, в каком образе или как ему приходить. Люди меня спрашивают: а где Бог? Бог повсюду, но Он не появляется одновременно везде. Он приходит в одно место, проявляется в одном человеке. Для этого нужно всего лишь две вещи. Поклоняться Ему в духе и в истине. То есть, конечно же, Бог находится везде, одновременно наполняет собой всю Вселенную. Но Он в одно и то же время действует в отдельных людях, понимаете? Как бы находясь в отдельных местах, Он действует в отдельных людях. Он открывается нам. Если Он не откроется, то Он и не придет. Объясните, я не совсем понимаю. Что вы имеете в виду, если он не откроется? Другими словами, слава Божия не просто знание. Это должно открыться. Откровение. Откровение — это должно быть дано тебе Духом Святым. Ты получаешь это и начинаешь постигать. Когда приходит откровение о славе Божией, то это перестает быть только знанием. Ведь многие люди изучают Библию, но они духовно мертвы, потому что у них нет этого откровения. Им нужен Дух Святой. Вот что происходит, Сид. Если вы имеете присутствие без слова, то люди будут впадать в заблуждение. А если у вас слово без присутствия, то люди будут духовно слабыми и мертвыми. Так что нам нужно и то, и другое. Нам нужно и слово, и присутствие. Иногда нам достаточно только одной проповеди. Мы приходим в церковь, чтобы послушать проповедь. Но многие люди хотят еще и пережить это на практике. И как нам это сделать? Путем откровения.
Вы говорите церкви: «Получайте откровение о Боге». Он приходит туда, где есть откровение о Нем, где поклоняются Ему в духе и в истине. Я все время учу в церкви о том, что Бог — обеспечитель. Если у тебя есть такое откровение, то Бог приходит на это. В этом и состоит разница между знанием и откровением. Вот она, разница и откровение. Мы имеем знание, но не имеем откровения. Именно. Многие люди здорово проповедуют, но не производят движения. Что это значит? Когда у тебя есть откровение, оно побуждает, приводит в действие и производит движение. Слава Божия зиждется не на человеческих аспектах, а на истине. Вы получили откровение с огнем Божьим. Бог сказал ему, что когда он будет говорить, люди узнают Бога. Они даже начнут ощущать Божий огонь. Он вскрывает определенные виды болезней. У него есть откровение по поводу рака. Как только приходит слава Божия и провозглашается слово «рак», исчезает. У него есть откровение по поводу сердечных заболеваний. Когда он высвобождает в славе слово, то люди получают новые сердца из хранилища небесного, которые работают должным образом и больше уже никогда не отключаются. Поэтому и вы не переключайтесь, мы скоро вернемся. Гильермо Мальдонадо учил свою церковь о славе Божьей. Он научил каждого из них и тысячи людей по всему миру, как двигаться в сверхъестественном. Скоро вы узнаете, как вам получить круглосуточный доступ к Божьей славе. Вы можете впасть в заблуждение, если ориентируетесь только на слово. Нужны две составляющие — дух и слово. И тогда это приносит силу, помазание и перемены. Я хочу, чтобы ваши глаза открылись, и вы увидели, что находитесь в служении и в церкви одновременно. Дух Святой сейчас движется для того, чтобы увидеть происходящее в церкви, креативные чудеса, чудеса в финансовой и любой другой сфере. Вам нужны две составляющие, только две. Это дух и слово. Запомните, дух и слово. Это сверхъестественно. Сид Рот раскрыл секрет мирового пробуждения. Пришло время достичь еврейский народ Божьей любовью. Иисус Мессия разрушил преграду, разделявшую евреев и язычников. Двое стали одним новым человеком, чтобы завоевать весь мир. Божий метод достижения еврейского народа чудесами и знамениями. Поэтому на нашем веб-сайте есть средства для вашего снаряжения, чтобы вы двигались в чудесах и знамениях, понимали Израиль и еврейские корни церкви. Это сверхъестественно. С вами Сид Рот и апостол Мальдонадо. Я был в вашей церкви и могу сказать, кто произвел на меня впечатление. Молодежь! Молодежь вашей церкви духовно адекватная. Вот если бы все дети были такими, я давно был в Майами. Расскажите мне об одном молодом человеке, который пошел в торговый центр «Дельфин» в Майами, и что он вообще там делал? Молодежь ходит туда каждую неделю. Для них это не редкость. Нынешнее поколение — вот что должно понять. Мы должны перейти от того, когда у нас сверхъестественное, необычайная редкость, к тому, чтобы сделать сверхъестественное нашим регулярным, нормальным образом жизни. И мы снаряжаем молодежь нашей церкви. У нас их тысячи. Обычно они идут в торговые центры, и вот однажды они задержались там до 2 часов ночи. Они увидели микрофон у мирских людей, которые пели и плясали на площади торгового центра, и один из подростков спросил: «Можно мне взять ваш микрофон?» Он взял микрофон и начал говорить слово «знание», то есть то, что происходит с людьми, у кого какие-то проблемы есть. Они разрешили им говорить, и те, конечно же, не преминули воспользоваться этой возможностью. Слово «знание» от Бога, например, когда Бог говорит, что у кого-то разрешается какая-то проблема со здоровьем или сейчас исцеляется чье-то бедро, вот это и есть слово «знание», которое не от меня, но от Духа Божьего. И вот эти молодые люди
Говорят, слово «знание». Я бывал в торговых центрах, делал то же самое, но нас оттуда выгоняли. Как им удалось продержаться там до 2 часов? В чем секрет? Они пообщались с менеджером, и он принял спасение и исцелился. Поэтому они там и остались. Люди стояли в очереди к ним до 2 часов ночи, а они молились и рассказывали о жизни. Они поняли, что сверхъестественное имеет одну цель — привести людей ко Христу. Если мы запрещаем чему-то в Его присутствии, так и происходит. Как возмутительно. Вы только представьте, сколько в Майами совершается убийств относительно численности населения. Вы запретили чему-то случиться в Майами. О чем именно шла речь? У нас было большое событие. Мы собрали 14 тысяч людей в спортивном комплексе American Airlines Arena. К нам прилетели 8 тысяч пасторов из 55 стран. Я провозгласил, что целый месяц, а это был октябрь, не произойдет ни одного убийства. Просто невероятно, целый месяц! Сид, ведь меня вел Дух Святой. Ясное дело, ведь без участия Бога вы попали бы в очень большую проблему. Конечно. Я провозгласил, и мы высвободили веру. А в ноябре месяце возобновилась волна преступлений. Все было так, как мы сказали. Кстати, передо мной лежит газета с новостями. Месяц в Майами прошел без убийств. Попробуйте теперь сказать, что Бог наш не всемогущий. Думаю, есть кое-что, о чем люди были не в курсе. Раньше самые известные проповедники обходили Майами стороной, так как это место слыло кладбищем пасторов. После того, как мы туда приехали, мы находимся там уже 15 лет. Как вы знаете, наша церковь выросла до 15 тысяч человек. Но не это главное. А главное в том, что мы разрушили дух проклятия над этим городом. Было много церквей, которые доходили до определенного количества человек, и что-то случалось с пасторами. Но теперь церкви растут до 1000 человек. Они растут постоянно. Верю, что когда вы прямо сейчас помолитесь, чтобы люди получили огонь и обрели исцеление, и стали духовно здоровыми, наши зрители станут духовно здоровыми. Помолитесь прямо сейчас. Конечно. Все, кто смотрит нас прямо сейчас, прежде всего должны понять, для чего нужен огонь. Многие люди говорят, зачем мне огонь? Для встряски? Для чего он нужен вообще? Причина, по которой вам нужен этот огонь, прежде всего, это встреча с Богом, в которой мы все нуждаемся. Говоря о встрече с Богом, прежде всего, мы подразумеваем, что в этой силе формируется наша вера. Во-вторых, происходит трансформация и перемена. В-третьих, я верю, что самое важное — это нести в себе присутствие Божие. Вы не просто переживаете чудеса, но можете стать еще и поклонником, распространителем и ходатаем. Давайте молиться. Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя сейчас. Я воздаю Тебе славу и честь на тех, кто смотрит нас сейчас, жаждущих Твоего присутствия, Твоего огня. Прямо сейчас я высвобождаю огонь. Где бы вы сейчас ни находились, если вы чувствуете уныние и неудовлетворение в Боге, вас жаждете этого. Прямо сейчас, во имя Иисуса, я высвобождаю этот огонь, огонь Святого Духа. Пусть огонь Божьего присутствия, Божий огонь возгорится в вас. Аминь. Сегодня я получил откровение. Мне понравилось ваше высказывание о разнице между знанием и откровением. Я получил откровение. Я читал Тору, Второзаконие, 18 главу. Там говорилось о том, что когда Моисей вошел на гору Синай, чтобы принести 10 заповедей, евреи увидели огонь и услышали трубный звук и убоялись. Тогда они сказали, «Да не услышим впредь гласа Господа и огня сего великого, да не увидим более». Они сказали именно об этом Римлянам 11:11. Там написано «От их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность, когда обращенные во Христа не иудеи наполняются огнем Божьим, слышат Божий голос, от этого на них придет слава позднего и раннего дождя». Евреи и язычники —
соберутся вместе, и произойдет великое проявление и присутствие Божие. Да, этот глаз Господень и звук трубы, который был тогда и в этот момент, возносится к вам для того, чтобы вы изменились и отдали свою жизнь Христу. Вы сделаете Иисуса своим Мессией и Господом. Сейчас не откладывайте на потом. Гильермо Мальдонадо учил свою церковь о славе Божьей. Он научил каждого из них и тысячи людей по всему миру, как двигаться в сверхъестественном. Все крикнем громко «Аминь» на дьявола. Скажи своему соседу, как я зол на дьявола. Вот в чем дело. Я хочу разбудить вас жажду встречи с Богом. Хочу разбудить вас жажду к Его присутствию. Хочу сдвинуть вас с места. Хочу разбудить вас желание узнать Бога ближе. Я побуждаю вас верить в величайшее. Призываю вас сказать, «Я жажду Его присутствия. Я жажду встречи с Ним, с моим Богом. Иисус не умер, Он живой». Помните это? В этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Смотрите в следующем выпуске. Вы услышите такое откровение, о котором многие вряд ли раньше слышали. Поверьте мне, и оно навсегда изменит вашу жизнь. Навсегда.